После того, как вы научились делать простые трюки двумя мячами, переходите к трем. Возьмите два шарика в одну руку и один в другую. Начинаем с той руки, где два шара. Делаем данное упражнение. Раз, два, три. Для начала не нужно делать больше бросков. Делайте три броска с правой и с левой руки. Раз, два, три. Раз, два, три. После того, как вы научились делать стабильно три броска, можете попробовать сделать 4 и более. Раз, два, три, четыре. Две главные ошибки при выполнении каскада. Первое. Первой ошибкой является то, что люди начинают жонглировать не в той плоскости. Для жонглирования самая удобная плоскость перед телом. Жонглировать нужно в ней. Старайтесь сделать так, чтобы шарики не летали в других плоскостях. Ни вперед, ни назад. Это неправильно. Второй основной ошибкой при выполнении каскада является то, что люди начинают поднимать руки высоко и ловить шарики выше, чем нужно. Выглядит это так. Этого делать не нужно. Старайтесь, чтобы ваши руки всегда описывали одни и те же движения. Желательно круговые. После того, как у вас начало получаться хотя бы 6-7 бросков из каскада, чтобы делать его стабильно, вам необходимо очень много тренироваться.